Все хорошее, что мы сделали, не имеет значения. Для них важно лишь торжество справедливости. В Чернобыле не было ничего нормального. Радиация, как мне сказали, не больше, чем при рентгене легких. Нет, Чернобыль горит. Металл, бетон, плоть. Часть из них не остановится и через 50 тысяч лет. Подобной которой на этой планете никогда не было. Отключите телефонную связь. Остановите распространение дезинформации. От 3 дней до 3 недель. И смерть. Что случилось в ночь аварии? Думаете, если задать нужный вопрос, то услышите правду? Правды нет. Все это... безумие. Чернобыль. Только на Амедиа Премиум и в Амедиатеке.